Отношения супруга Яны Рудковской и знаменитой наставницы все больше напоминают сериал. Спортсмен ТО соглашается с прославленным тренером, то вдруг вступает с ней в открытое противостояние. Заявление Татьяны Анатольевны о том, что наследник Евгения Плющенко неплохо катается не так давно, очень сильно задело маму Гном Гномыча. При этом сам прославленный фигурист отнесся к конструктивным оценкам тренера вполне спокойно. В начале августа Тарасова самолично нагрянула в Академию Плющенко, дабы урегулировать возникшие недоразумения. Визит звезды растрогал даже Яну Рудковскую, которая неоднократно критиковала наставницу за излишнюю прямолинейность. И вот теперь история получила продолжение. На этот раз инициатором конфликта стал Евгений Плющенко, который сумел задеть Татьяну Анатольевну за живое. Накануне двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о возможном соперничестве на турнире шоу-программ с Алексеем Ягудиным. «Я не против, могу откататься». Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит, комментирует, озвучил личное мнение Плющенко. Демонстрация самодовольства со стороны экс-спортсмена шокировала Тарасову до глубины души. Ведь возомнивший себя пупом земли Евгений в 2002 году так и не смог добыть золотую медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Победителем стал Ягудин, который, по словам самого Плющенко, тогда психологически выстоял, да и катался блестяще. Поэтому совсем неудивительно, что высокопарные речи супруга Рудковской так возмутили заслуженного тренера СССР. Ягудин не умеет кататься. Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место. Идиот. Просто идиот, крепко врезала Тарасова обидчику своего самого любимого воспитанника.